В нашей стране он проходит во всех регионах, каждый из которых представляет один город. Краснодарский край представил именно Сочи. На площади флага собрались сотни людей. Начался праздник с общей разминки. Здесь же можно было получить информацию о спортивных школах и при желании записаться в те или иные секции. Но основной целью праздника стала популяризация ходьбы как наиболее естественного вида физической активности, важной для поддержания физической формы. Это пропаганда здорового образа жизни. Этот вид спорта доступен каждому, от мала до велика. И то, что сегодня Сочи, один из немногих городов России, принимает участие, это говорит только о том, что мы являемся пионерами во многих делах, особенно в спорте. Но уверен я в том, что этот праздник буквально уже через год, через два будет в каждом городе. Этот день ходьбы был проведен в рамках программы Олимпийского комитета России. Она посвящена развитию массового спорта.